Всем привет, это паки 20 фифы. У меня 15 паков, а сейчас вышли тотсы. Ну, конечно, я не уверен ни в чем. Начнем открывать. Все понял. Дальше. Дальше. Парам-пам-пам-рам-пам-пам. Кто это? Кто это? Да никто, блин. Канате. И не важно, что он канате, он будет канате. Какой-нибудь такой. Понятно. Так и закончится все, наверное. 79-80. Да. Ой, это что-то медленно пошло. Странно, странно. Нидерланды, ВРТ, Валенсия, Силиса. Вау, невероятно. Да. Ой, опять что-то медленное. Англия, ЦАП, Тоттенхэм, Дели Али, да? Ну, в принципе, все идет пока что в гору. Главное не сглазить. Да. Откроем еще один. А теперь на спад, я понял. Я даже не хочу смотреть. Так. Вот я не знаю, для чего это говнище, но чего-то оно не нужно. Так, осталось еще 8 паков. Может быть, вот это стоит открыть. Так. Опа. Тянет быстро. О, господи, 76 рейтинг. Куча всякого говна. О, медленно пошло. А, нет, быстро. А, Лоланд. Какой вот этот? Нет, все равно быстро идет. Тьяго Мендеш. Недавно я его запихнул в СБЧ. А вот этого еще не успел. А стоп. А ну, да, продадим его, короче. А может быть вот этот открыть? Так, неожиданно. Для фифы. Пока идет на спад. О-о-о! Синее! Это что-то синее, Англия. ПФЗ. Ну как бы 86. Здравствуйте. Спасибо, что не 98. Да. Да.
Я уже на что-то понадеялся. Ну ладно, у нас еще есть паки. Можно еще надеяться, наверное, на что-то. Хотя я опять ни на что не надеюсь. Это быстро. Эх. Все, папаша. Что? Ничего мне опять ничего не даешь. Вообще ничего. Это опять быстро. Не хочу смотреть. Так. У меня ведь пройдет загрузка. Ладно, я пока отключусь. Пока эта загрузка не пройдет. Снова вернулся. Загрузка прошла. Я игру перезапустил. Откроем этот пак. Опять все быстро. Ну и надеяться на последний баг, как обычно, я думаю, не стоит. Вот 1000 монеток. Приятно. Quicksell. Даже продавать это лень за 200. И последний баг, я его нажму микрофона, так что вы слышали. Оп. Нажал. Может быть, микрофон удачи принесет удачу. Но нет, он ничего не принесет. Он принесет только горе, страданий. Дэн Докер. Скорость 67. Микрофон лишился удачи. Ну, улов вообще не самый лучший. Точнее. Ну. Я не удивлен, мне не везет в фифах, в паках. Мне никогда не выпадало больше 88 из обычных паков. Я сейчас не говорю про гарантированного тотса. Поэтому... Единственное, только вот за все три фифы, в которые я играл, 16-е, 18-е... А, нет, получается уже 4 фифы, 16-е... 18, 19, 20 мне падал только Лызугу стало 94, 18 фифи. Все. Больше мне ничего особо не падало за все фифы. Сколько бы я паков не открывал. В общем-то, на этом все. Всем спасибо за просмотр.